который во мне сидит, считает, что он истребитель. В этом бою мною юнкер сбит, я сделал с ним, что хотел. А тот, который во мне сидит, изрядно мне надоел. Я в прошлом бою на вылет прошит, меня механик заштопал. А тот, который во мне сидит, опять заставляет штопор. Из бомбардировщика бомба несет смерть. Аэродрому окажется стабилизатор поет. Мир вашему дому! Вот сзади заходит ко мне мистер Шмидт. Уйду, я устал от ран. Но тот, который во мне сидит, я вижу, решил на таран. Что делает он? Вот сейчас будет взрыв. Но мне не гореть на песке. Запреты и скорости все перекрыв, я выхожу из пике. Я главный, а сзади, ну чтоб я сгорел. Где же он мой ведомый? Вот он задымился, кивнул и запел. Мир вашему дому! И тот, который в моем черепке остался один и влип. Меня в заблуждение он ввел и в пике прямо из мертвой петли. Он рвет на себя и нагрузки вдвойне. Эх, тоже мне летчик-ас. Но снова приходится слушаться мне, и это последний раз. Я больше не буду покорным, клянусь. Уж лучше лежать на земле. Ну что ж он не слышит, как бесится пульс. Бензин, моя кровь на нуле. Терпенью машины бывает предел, и время его истекло. И тот, который во мне сидел, вдруг ткнулся лицом в стекло. Убит, наконец-то, лечу налегке, последние силы жгу. Но что это, что? Я в глубоком пике и выйти никак не могу. Досадно, что сам я немного успел, но пусть повезет другому. Выходит, и я напоследок спел. Мир вашему дому! Мир вашему дому!